деле нардепа Александра Онищенко новый поворот. Соучастие подозревают трех адвокатов, сообщает антикоррупционное бюро. Юристов обвиняют в регистрации фиктивных предпринимателей и переводе в наличный денег, полученных от незаконных сделок с Укргаздобычей. Адвокаты Онищенко информацию опровергают и готовят иск против НАБУ. Напомним, что разрешение на арест Онищенко Верховная Рада дала во вторник. Большинство нардепов из Одессы не проголосовали за решение. Здесь необходимо документы, представить документы, предъявить их, рассмотреть эти вопросы. Ну что мы будем, совершил, не совершил преступление? С голоса я как юрист, я не могу определиться.